Здравствуйте, дорогие любители баскетбола, дамы, господа, леди, джентльмены. Мы продолжаем снимать этот невероятный баскетбол. Баскетбол с командой Dream Team. Великий центровой, великий чувак, хуй знает откуда, с какой-то лиги, он уже в лиге какой-то играет. И почему-то все зависло нахуй. И все развисло, невероятно. Вот это волшебство. Вот он, чувак из какой-то лиги, только что был центровой, не из лиги. Но мы продолжаем играть, посмотрим, что будет. Как получится, как не получится. Ну, продолжаем играть. Вбрасывание, блять, как в хоккей, говорим. Ой-ой-ой. Да, посмотрим. Да, в этот раз, кажется, мне придется играть поближе, пацан бросает. Ну, он даже с каким-то сосипидом, блять. Блять, поздно прыгнул. Ну ладно. Да, в этой игре главное упорство и упорство. Видите, в этот раз команда посильнее у нас. О, какой скрин. Да. Ладно, я молчу. Посмотрим, что умеет эта женщина. Женщина, возможно, умеет очень много, а возможно, дриблинг имеет и скиллы тоже. Смотрим, что будет дальше. Бля, ты еще промажешь, а ты что гонишь, что ли? Женщина, ты красотка, обычно все забиваешь, поэтому я в тебя верю. Ну, кстати, вот эта девчонка, которую я держу, она передвигается очень шустренько и уверен, дриблингом хорошим обладает. Ну, то, что я и говорил. Видите, он сделал шаг назад после дриблинга. И при этом еще... Блять, я пас даю вообще-то. Ой, красавчик, красавчик. Нормально. Я на самом деле пошел за сон ставить, а в итоге сыграл спиной и развернулся. Бросок, видите, хороший бросок, хорошая игра. Хороший пас. Пацанчик наш. Ой-ой-ой. Бросок, конечно, такой, знаете, вроде заслончик был, а вроде как этого заслончика и не было. Должен забить. Потому что открытый бросок. Открытый бросок мы забиваем обычно. Если не забиваем, значит, человек, который диджеет на клавиатуре, а именно я, хуёво нажимает кнопки. Вот что это означает. Ну да. Ой-ой-ой, очень плохо, когда такие броски мажу. Очень плохо. Вот, понимаете, второй бросок был сделан вне желтой даже зоны, понимаете? Вне желтой. Скажу сразу, что в защите я, конечно, очень хуёво играю. Ну, то, что ты говорил, что, типа, в принципе, я хуёво отыгрываю в этих защите. Ай-яй. Ага. О, еще забей такое. Че, забило, что ли? Думать, а че анимация до конца не дошла? Капюшоне нормально играет. Ну, радует, что не только я в защите такой хуёвый. Блять, ну страхуй ты меня, зеленый брат! Ты ж знаешь, меня ебут. Меня ебут, а я ебуся. Ну, как говорится. О, заслончик какой, какой невероятный заслон. Ой, какой пас! Какие два очка. Отличная, отличная комбинушка. Так, какой пас хороший. Не, кстати, вот девчонка, я даже не знаю. А, это СВ, я даже не знаю, кто такой СВ. Ну, кто-то, видимо, хороший. Дай заслончик тебе поставлю, только не бросай. Бля, он бросил. Ну зачем он бросил, скажите мне. Зачем он бросает? Ой, я не успею, скорее всего. Слишком далеко нам было бегать. Сам он расслаблять булочки. Подбор, пацан наш выиграл подбор. Ну, нормально.
Хорош, хорош, молодец, молодец. Видите, на данном моменте сумбур начался не только в нашей команде, в той тоже. Блять. У меня такое ощущение, что надо его держать вообще за километр, чтобы я хотя бы успевал хоть что-то делать. Точнее, ее. Извините, 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 я не хотел. Я не хотел. Я очень не хотел. Блять, теперь промазал. Мужик, ты промазал. Ты как я. Ага. Ага, ага. Ага, да-да-да, следим за нашей маленькой птичкой. О, ой, ёпта мать, мы подбор проиграли. Опять проиграли подбор. А чё они не наев не жмёт? Они же наев могут нажимать. Чё ты скинул не туда? Здравствуйте, я тут. Ну ладно, 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 видите? Они почувствовали, что я просел, и они начали тащить, как никогда прежде. Это невероятная команда. Невероятная команда друг друга. Ебать, он меня нахуй два финта просто ебанул. Clear block или clear ball было написано. Блять, ну сейчас же хороший был прыжок. Правда же? Ладно, ладно. Самое главное дотянуть до конца. Только не бросай, пожалуйста. Доиграй до конца атаку. Красавец, красавец. Стальные яйца у пацана. Сразу видно, суперлига какая-то. Блять, вот этот пиздец, он как он, нахуй держать? Как держать вот после вот этих двух финтов, когда хуй поймешь, куда он пойдет? Блин, на слончике стоит. Ой-ой-ой. Не, ну мужчина просто тащит, понимаете? У него бабочки в голове. Он влюбился, кажется, в кого-то, видели? Сосать, блядь! Сосать, блядь! Еще раз, блядь! А, блядь, близко было, но... Еще за... А-а-а! Как, блядь? Как, нахуй? 7 секунд, игра до конца, 7 секунд, мужик. Мужик, 7 секунд, блядь! Мяч в руках был. Слава богу, блядь. Фу, чуть не всрали. Чего он паста не дал? Просто время потянул бы. Ладно, всем спасибо, всем до свидания, удачи. Что-то я прям пригорать начал.